Зараз ви дивитеся Одеса Fashion. Ми знаходимося на Fashion Model Events, а це свідчить про одне. Сьогодні буде дуже багато фешн і, ну, дуже багато моделс. На нас сьогодні чекають фотопремія, вокальна премія, дизайнерські покази та найцікавіше – битва моделей та битва модельних агенцій. Почесні судді вже на місцях, Fashion Event стартує, а нам цікаво, хто сьогодні стане найкращим. На этом мероприятии я сегодня с 10 утра, и из того, что вот мне больше всего понравилось, это уровень участников. Я первый раз вижу настолько профессиональных моделей. С каждым годом их все больше. Могу сказать, что я на уже 12-м таком мероприятии. И вот сегодня у меня первый случился эффект вау. Выступала вторая модельная школа, Wow Model. Они были просто великолепны, вот на мой взгляд. Дети все хороши, конечно. Мне кажется, что в Украине начинает появляться модельный бизнес. Поблагодарить их за то, что развивают у нас модельный бизнес, который, в принципе, не очень хорошо себя чувствует, но благодаря таким мероприятиям я верю, что у нашего модельного бизнеса есть будущее. От лица шоколадной компании «Мир» мы приготовили гостинцы для участников. Это шоколад, который пойдет им в подарок. Но в целом основная наша задача – это поддержать организаторов. Я считаю, что очень талантливо они подошли к данному мероприятию. Данный проект займет достойное место в формате фэшн, модели, индустрии. Мне очень нравится. Мне нравится его организация. Мне нравится сегодня, что в одном месте собрано очень много творческих людей. Поскольку я фэшн-фотограф, для меня очень важно, чтобы человек, а в данном случае ребенок, смог показать свою индивидуальность. Для меня это самое важное. Сегодня я жюри. Оцениваю участников, моделей. Самое основное, наверное, для продвижения – это желание. Знаешь, вот сколько мы уже наблюдаем, самые целеустремленные дети всегда добиваются какого-то успеха. Ну и, само собой, внешние данные, стремления и упорная работа. Мы участвуем практически во всех подобных мероприятиях, и я считаю, что это хороший опыт для моделей, особенно для начинающих моделей, для детей. После таких мероприятий они уже намного комфортнее себя чувствуют, увереннее, они пробуют себя в этой сфере, и уже у них как бы складывается некое понимание о моделинге. Можно для праздника. Отлично, что в Одессе проводятся такие инициативы. Мы всегда рады поддержать детей.
я вже, в мене третій конкурс вже. Ти ожидала, що ти можеш побідити? Я на кожному конкурсі побіждаю. Я вчусь в місцевій моді. Счастлива, это непередаваемое ощущение. Ты ожидала, что может быть такой результат? Нет. Расскажи, как ты готовилась к сегодняшнему событию? Да, я ходила очень много, тренировалась, готовилась много, очень много к этому событию. А как, кто тебе помогал? Мне помогала мама, ну, моя семья. Мои однокурсницы тоже по агентству. Очень безумно рада своей победе. Я вообще не ожидала. И я хочу поблагодарить школу Main People и Алену Захарову. А скажи, что помогло тебе выиграть, как ты считаешь? Ну, я очень верила в себя, я была уверена в себе, я себе все время говорила, я выиграю, и я выиграла. Какие эмоции ты сейчас испытываешь? Все сразу. И радость, и слезы. Ожидала, что ты можешь победить сегодня? А как ты считаешь, что тебе помогло победить? Поддержка. Поддержка всех. А кто тебя поддерживает? Мама, все мои друзья, все мои подружки, очень много людей. Испытываешь сейчас, когда ты заняла первое место? Я безумно рада и, конечно же, благодарна всем, кто над мной работал. А кто над тобой работал? Кто тебе помогал? Моя мама, моя семья. В общем-то, моя мама. Как ты думаешь, что тебе помогло сегодня победить? Кто или что? Кто? Уверенность, поддержка и, не знаю, наверное, это все. Это самое главное, вот так скажу. А скажи, вот ты, что бы ты могла посоветовать девочкам, которые тоже хотят побеждать, тоже хотят показать себя? Главное не бояться экспериментировать, идти только вперед и вообще быть собой. Последнего не верила,
все вылетало, коленки дрожали. В моих достижениях мне сегодня помогла моя целеустремленность и поддержка моего агентства и директора. А скажи, как ты думаешь, что бы ты смогла посоветовать девчонкам, которые тоже хотят раскрыться и побеждать? Не стесняться, верить в себя и всегда идти вперед.